Стало известно, сколько алиментов получает Ксения Бородина на детей. Звезда «Дома-2» воспитывает двух дочерей от разных браков. 13-летнюю Марию она родила от бизнесмена Юрия Будагова, 6-летнюю Теону – от предпринимателя Курбана Амарова. С Будаговым Ксения прожила в браке 4 года. Причиной их развода стало несовпадение взглядов на семейные ценности. С Амаровым Бородина провела вместе 6 лет. Причиной развода явились измены супруга. По словам телеведущей, бывшие мужья практически не помогают ей. Она во всем рассчитывает только на себя. Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек – все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости. Это очень важно. «Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», – рассказала Бородина.